За прошедшие сутки на территории городского округа Красногорск чрезвычайных ситуаций ДТП с пострадавшими не произошло. В процессе противодействия террористическим угрозам и повышением бдительности сообщений не поступало. Пожарные расчеты выезжали на тушение легкового автомобиля по адресу село Петрово Дальнее, улица Колхозная. Пожар ликвидирован, пострадавших нет. Объекты ЖКХ функционируют в штатном режиме. Запланированные работы по линии ЖКХ на сегодня с 10 часов до 2 в связи с проведением ремонтных работ будет отключено отопление в городе Красногорск по адресу улица Парковая, дома 1, 2, 3, 4, 5, улица Народного ополчения, дома 1, 4, 6, центральный проезд, дома 4, 6, 9, 10, 11, 13 и 14. С 10 часов до 13 часов в связи с проведением ремонтных работ будет отключено отопление в городе Красногорск по улицам Вокзальная, дома 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 22, а также в детских садах номер 3, 5, в средней школе номер 9. С 10 часов до 14 будет отключено отопление в городе Красногорск по улицам Заводская, дом 4, Строительная, дома 3, 3А, 5, в поликлинике номер 2, в Красногорском автоцентре КАМАЗ. С 10 часов до 12 будет отключена подача холодной и горячей воды по адресу улица Карбышева, дома 33, 33/1, 33/2, 35/6, 27/1, 29/1, улица Ленина, дома 63, 65, 67, а также в детских садах номер 28 и номер 39. За прошедшие сутки в систему 112 поступило 567 обращений, из которых в пожарную службу 5, в скорую медицинскую помощь 119, в полицию 48, в газовую службу 3. По метеорологическому прогнозу на 30 января опасных метеорологических явлений не прогнозируется. Прогнозируются неблагоприятные, а именно местами сильный снег, метель, усиление ветра с порывами от 12 до 17 метров в секунду, снежные заносы. Обращаю внимание, что служба 112 предназначена для приема обращений только в случаях возникновения угрозы жизни и здоровью граждан. Операторы системы 112 не осуществляют запись на прием к врачам в городские поликлиники. Вопросы, затрагивающие работу коммунальных служб, управляющих компаний, соединение с другими абонентами не являются экстренными. За заведомо ложные обращения предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.